Кроме выборов президента и викторины на знания Красноярского края, сегодня еще одно знаковое событие. Жители региона отмечают Масленицу. Провожали зиму на острове Татышев. Там для гостей организовали любимые народные забавы. Канат перетягивали чуть ли не всем островом. Метали валенки. Выигрывал тот, кто кинет дальше соперника. Желающие могли пробежаться в мешках на скорости и сыграть в хоккей с мячом. Обошли все локации, фотозоны, конечно, прекрасные. И вообще молодцы организаторы, что создают традиции-то, не нарушаем. Вообще все прекрасно. Также работала продовольственная ярмарка. На главной сцене под стеклянным куполом весь день пели и танцевали красноярские коллективы. На площадке работали весенние фотозоны, а кто-то успел сфотографироваться с главной героиней праздника, масленичной бабой, пока ее не сожгли. Еще на празднике можно было поучаствовать в разных активностях, например, в конкурсе красоты. Вдобавок в этом году красноярцы могли прокатиться на аэростате.